В Испании и Португалии бушуют масштабные лесные пожары. В обеих странах, где от разгула стихии погибли около 40 человек, еще десятки пострадали. Зафиксировано 213 очагов возгорания. В Португалии борьбу с огнем ведут 7 тысяч пожарных. Сейчас основная задача спасателей – не допустить, чтобы огонь перекинулся на населенные пункты. Перекрыто около 20 автодорог, приостановлено железнодорожное сообщение в порту Лиссабон. В Галисии сохраняет активность 105 очагов возгорания, 17 из которых могут нести опасность населенным пунктам. По мнению местных властей, причиной лесных пожаров стали преднамеренные поджоги. Галисия устала наблюдать за тем, что правительство не признает деятельность поджигателей. То, о чем мы говорим, это еще одна форма терроризма – поджигательный терроризм. И мы не хотим, чтобы это имело место в Галисии. Поджигающий терроризм не только уничтожает наше природное наследие, но также подвергает риску жизни людей.